Фубао можно. Чуть-чуть пониже Фубао можно вот так, да, в Яншен. Да. У нас такая немножко округлая поверхность, ну почти плоская. Сильно не играем. Вот. Выполняем начальные наши базовые принципы. Выстроили тело, успокоили ум, сосредоточились, расфансунили. Дыхание все свободное. Объединяющие мыслеобразы здесь шар. Между запястьями протянули. От макушки до стоп, между коленями, подмышками. И по готовности начинаем расшевеливать. Здесь после усилия назад-вперед мы чуть-чуть больше активнее наружу-внутрь. Усилия прорабатываем назад-наружу, вперед-внутрь. Стопами. Тазобедренную снаву втянули. Попробуй. Потом постепенно уменьшать назад-вперед направление, чуть меньше, и чуть активнее наружу-внутрь. Ну и потом добавляем вверх-вниз, притапливая шар, поднимая. Чуть-чуть больше пальца вытянутыми. Значит, в чем гугуа часто вот подправляя меня, подправляю вот этот еще изгиб. То есть в этой плоскости. Здесь. Так, и немножко на схождение, чтобы оно где-то там сходило. Да? То есть вот это. То есть вот, видишь, даже еще больше еще. Немножко неудобно будет. Но никто не говорил, что будет легко. Я тоже так, как более лег стою, я подправить. О, непросто. И вписываешься. Здесь очень хорошо сухожилие натягивается. И короткими усилиями расшевеливаем. Втянули тазобедренный сустав. Вот, поэтому вот не забывая в этой плоскости контролировать вот этот еще изгиб, помимо вот этого. То есть получается сложная такая система. Не только так, но еще вот в этом. И вот то, что мы утром находили, такие, как спанда. Такой контролируемый. И по разным направлениям акцентировали. Какое-то количество сделали. Плечи пошевелили, расслабили. Отпустили напряжение. И гугуашили. Как раз мы в туй-шоу будем делать. Вот. И уже вот можно представлять, что ты делаешь с партнером. Ну, растянув свои пружинки, пожимая, да. И уже можно адаптировать, пока медленно в режиме таком спокойном, собираем усилия. Следим за фансун. Здесь тоже формируешь вот эти изгибы, которые мы делали. Ага.
Зурбаган, это что? Это Зурбаган, ну место вот этот, как не пляж, пляж, да, можно, комплекс развлекательных, там, увеселительных, и с другой стороны заведение, да. То есть это не город какой-то? Нет, это вот карусели, там аквапарк, туда все, как бы сюда входит.